Драма «Со дна вершины» уже успела полюбиться российским зрителям. Фильм – это история российских паралимпийцев о преодолении трудностей, силе воли и успехе. Сегодня ее смогла посмотреть ульяновская молодежь. И не только посмотреть, но и напрямую пообщаться с создателями картины. На встрече присутствовал глава региона Сергей Морозов. В нашей стране, слава богу, мы дожили до этого, стали сниматься замечательные фильмы. Фильмы, которые заставляют гордиться страной, гордиться людьми, заставляют нас с вами сопереживать и одновременно, конечно, радоваться хорошему завершению. Я могу перечислить массу фильмов, да и вы, наверное, здесь много раз смотрели, и «Салют-7», и «Легенда 17», и «Движение вверх», и «Лед», и многие-многие другие, в том числе, конечно, то, что вы сейчас посмотрели. Драма основана на реальных событиях. Молодежь пообщались с прототипом главного героя, олимпийским чемпионом Алексеем Мошкиным, и с продюсером киноленты, ульяновцем Русланом Ветренюком. Мне кажется, что этот фильм сегодня попадет во все аудитории, потому что фильм о настоящем. А настоящее оно трогает независимо от, наверное, и от профессии, от возраста, и от того, чем человек увлекается. Некоторые сцены фильма снимали в Ульяновске на борту теплохода «Герой Юрий М». В массовых сценах можно встретить знакомые лица актеров ульяновских театров. Актеры и Володя Вдовиченков, и Паша Шивандо, и Наташа Кузьмина, ну, то есть вся команда, весь актерский состав, они не сыграли в кино, они просто прожили эту жизнь. И вот судя по тем отзывам, откликам, которые, в общем-то, мы всегда после показов слышим, у них это получилось. Киноленту уже посмотрели и оценили по достоинству олимпийцы и паралимпийцы. Каждый из них увидел в героях себя. Впрочем, им и посвящен фильм. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».